тренер явно не преподнес сюрпризов сопернику и выбрал традиционную схему. Любопытно посмотреть, что из этого выйдет. На экране стартовый состав гостей. Они тоже выбрали стандартное построение 4-4-2 с двумя форвардами. Верим, что матч сегодня будет результативным и зрелищным. Тренер явно не преподнес сюрпризов сопернику и выбрал традиционную схему. Любопытно посмотреть, что из этого выйдет. На экране стартовый состав гостей. Они тоже выбрали стандартное построение 4-4-2 с двумя форвардами. Верим, что матч сегодня будет результативным и зрелищным. Тренер явно не преподнес сюрпризов сопернику и выбрал традиционную схему. Любопытно посмотреть, что из этого выйдет. На экране стартовый состав гостей. Они тоже выбрали стандартное построение 4-4-2 с двумя форвардами. Верим, что матч сегодня будет результативным и зрелищным. Тренер явно не преподнес сюрпризов сопернику и выбрал традиционную схему. Любопытно посмотреть, что из этого выйдет. На экране стартовый состав гостей. Они тоже выбрали стандартное построение 4-4-2 с двумя форвардами. Верим, что матч сегодня будет результативным и зрелищным. Тренер явно не преподнес сюрпризов сопернику и выбрал традиционную схему. Любопытно посмотреть, что из этого выйдет. На экране стартовый состав гостей. Они тоже выбрали стандартное построение 4-4-2 с двумя форвардами. Верим, что матч сегодня будет результативным и зрелищным. Первый удар по мячу, и игра началась. Огюстен. Все просто. Вынос. Эмиль Форсберг. Отличный вынос.